Продление статуса многодетных семей одобрили в Магаданской областной думе. К депутатам неоднократно обращались родители, чьи дети заканчивают школу уже по достижении 18 лет. В таком случае подросток остается на иждивении, но семья теряет льготы. Проблема коснулась более чем 200 жителей Колымы. Справедливо будет, как бы, в соответствии вот с нашей поправкой, с нашим внесением изменений, будет справедливо продлить вот этот вот статус многодетной семьи до окончания ребенком, который уже достиг 18 лет, до окончания общеобразовательного учреждения, то есть до окончания школы. Также в первом чтении депутаты приняли проект закона о потребительской корзине. Ее стоимость не меняли 5 лет и пока оставляют на прежнем уровне. Окончательное решение будет принято на заседании областной думы 24 ноября.